О Шумерлинском заводе спецавтомобилей зашла сегодня речь и на встрече главы с начальником главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александром Шевченко и начальником главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации Николаем Паршиным. Представители военного ведомства прибыли в республику для участия в научно-практической конференции по выработке единой технической политики для перехода на контракты жизненного цикла вооружений и военной техники. И министр обороны ставит нам четкую задачу, что ремонтные органы должны быть оснащены самым современным оснащением, самым современным вооружением. При активнейшем участии руководства завода, руководства компании, они нам сейчас помогают оснащать классы по подготовке младших специалистов в учебном центре в Острогорске, где именно готовятся специалисты, которые будут применять технику, которую производят в Шумерлинском заводе. Александр Шевченко также сообщил, что сейчас заключен трехлетний контракт с Шумерлинским заводом на поставку мастерских в боевые подразделения. Глава Чувашии рассказал, что 6 предприятий Чувашии активно сотрудничают с Минобороны. Сейчас реализуются инвестиционные проекты на сумму более 10 миллиардов рублей. Гарантированное финансирование заказа. Значит, и мы надеемся, что наши дальнейшие взаимовыгодные сотрудничества будут продолжаться. Михаил Игнатьев также проинформировал гостей, что по итогам смотра конкурса Минобороны России в 2013 году Чувашия была признана лучшим регионом страны по организации и осуществлению воинского учета.